Радий вам представити людину, яку ви вже добре знаєте, а яка також паралельно з нами кожного дня майже виходить в ефір для того, щоб розповісти вам, що ж у вас станеться цього дня з огляду зірок. Веніамін Нікура, астролог, сьогодні в нас в гостях, вітаю вас. Отже, тема достатньо цікаву ми сьогодні вибрали по поводу того, як же будуть розвиватися события в Україні і по поводу Авдіївки. Що можемо сказати? Тема, звісно, цікава, але дуже скользка. Да. Можно я начну с того, что я вот недавно был в Иерусалиме, привез вам 9-12 свечечек. Вот аромат просто вот прям мед. Это вот раздадите вашим сотрудникам. Спасибо большое. Дома зажгут. Вот такое вот благословение с Иерусалима. Дело в том, что буквально вот в ближайшие дни я побывал в 4 городах. Угу. Тель-Авив, Москва, Минск, Киев. И версию Авдеевки я слышал 4 разных варианта. И каждый из них утверждает, что она правдивая. Ну, правды может быть много, истина одна. У меня, конечно, есть свое мнение относительно того, в какой из версий меньше всего правды. Но я бы не хотел это озвучивать. В эфире, но мы вот будем ссылаться на звезды. Если поговорить об Украине в целом, я бы хотел попросить как-то вот, я не знаю, там, передать правительству, что ли, обратить внимание на такой период. С конца сентября Юпитер войдет в оппозицию к знаку Телец, а Телец у нас Украина. Угу. Когда в оппозицию к знаку Телец вошел Сатурн, начались известные нам события на Майдане. Угу. Что будет в этот период? Но к этому периоду можно подготовиться и использовать его как переход на новый хороший уровень. То есть на перелом всегда? Да. А можно к этому не прислушиваться и случится что-то, но уже не такого вооруженного плана, а какого-то социального. То есть что-то где-то... В общем, нужно быть аккуратным к этому периоду. У нас еще есть 9 месяцев. То есть за эти 9 месяцев можно перевести страну на более высокий социальный уровень. Угу. Уж поверьте мне, но агрессивные действия, где бы то ни было, точно в этом не помогут. Лучше мирным путем. Это однозначно. Давайте немножко о другом, о том, что более интересно будет для обычных людей. Дело в том, что буквально сегодня Венера переходит в знак Овен, то есть начинает свое движение. Будет там достаточно долго. Вот пока Венера была в рыбах, мне жаловались многие близнецы и стрельцы, что они постоянно теряли драгоценные вещи. Угу. Потому что Венера отвечает за украшения. Вот но этот... кто-то параллельно их находил. Ну, разумеется. Вот пока Венера будет двигаться до 6 июня по Овну, очень рекомендую козерогам, ракам и весам лучше лишний раз положить в сейф свое колечко. Угу. И если Венера пока была в рыбах, вот у меня знакомые, они постоянно теряли серебро. Угу. Может, это более... А здесь Овен, это более имеет отношение к золотому. Так что воздержитесь от золотых украшений. Пока что походите просто. Можете бижутерию одевать. Да. И в этот период вот этим трем знаком Овен, Весы, Козерог и Рак очень рекомендую осторожность с кошельками, с кредитными карточками. То есть просто... потери тоже будут? Если да, вы можете положить кошелек где-то на прилавке и просто забыть о нем. Угу. А кто-то... Очень шустро, быстро сориентируется. Да, потом рекомендуется весь этот период этим знаком быть аккуратным с вложениями, угу. с размещением своих средств. При этом очень благоприятно львам и стрельцам. Этот период прям деньги посыпятся вам на голову. Угу. Вот, то есть в этот период этим знаком благоприятно все, что угодно связано с деньгами. Вложения, дорогие покупки, там, все, что угодно. Но остальные знаки так себе. Дева и Скорпион будет период перехода, то есть они будет возможность перейти на более высокие ступеньки в финансовом развитии, но с усилием с каким-то. Скорпион, Близнецы... Ни хорошо, ни плохо будут возможности, которые они будут либо использовать, либо не использовать. Угу. То есть заставлять их богатыми ничего не будет, да, но у них будут возможности хорошие. И рыба-телец тоже достаточно нейтрально. То есть хуже всего козерог, рак, весы, лучше всего скорпион, лев. Так что со львами и скорпионами надо дружить. Они принесут в эти дни удачу. Ну что ж, будем надеяться. В эти дни, это на целый месяц. Это на целый месяц, боже, друзья, вы понимаете, что счастье привалило наконец-то. У нас бывший мэр города, кстати, Лев.
Надо с ним как-то подружиться. Едем к нему тоже снимать интервью, я думаю, подружимся. Ну что ж, будем надеяться, что реально все будет хорошо. Самое главное, друзья, настраивайте себя на позитив и дружите с теми, кто принесет удачу. Ну и, конечно же, если будете вы улыбаться и настраивать себя на позитив, то удача к вам тоже улыбнется. То есть, да. Хочу еще по поводу Украины. Вот вы говорили, будущее Украины. Вот во время Майдана была такая интересная история. Мне одна дама спрашивала, скажите, как астролог, что ждет нашу страну? А я говорю, давай мы не будем абстрактно, конкретно. А ты готова помочь Украине? Она говорит, ну а как я там это? Я говорю, а вот ты возьми и вот зажги одну свечу. Будь счастлива, чтобы вокруг тебя было счастье. И в Украине станет светлей на одну свечу. Вы можете побежать на Майдан, на антимайдан. Вы тем самым увеличиваете хаос. А вы вокруг себя источаете любовь. Источаете счастье, и Украина, и человечество в целом становится светлее на одну свечу. Вот надо начать именно с этого. И надо сделать так, чтобы к концу сентября, когда настанет негативный аспект, а у нас все светло и красиво. То есть ответственность каждого лично. Угу. Ну что ж, вот такой он романтик и, соответственно, мудрец Вениамин Никора.